Спонсор рубрики «Что есть ООО «Продекоммерц»» – эксклюзивный дистрибьютор марки «Пермский мясокомбинат». Согласитесь, это блюдо очень напоминает драники, аппетитной корочкой и хрусткой текстурой. Но не спешите делать выводы. Где-нибудь в Швейцарии нас бы не поняли. Здравствуйте, дорогие друзья! И заради того, чтобы разнообразить наше картофельное меню, прислушайтесь к названию «Рёшти». Издавна рёшти являлись традиционным крестьянским завтраком в кантоне Берн. Сейчас, конечно, на завтрак их уже не готовят. Мюсли потеснили рёшти, отодвинув их на время обеда или ужина. Однако швейцарские мужчины, выбирая себе спутницу жизни, думается, все еще нет-нет, да вспоминают старинные обычаи. Умеет девушка зажарить тертый картофель, да ловко переворачивать его, значит, к семейной жизни готова. Шутка, конечно, но не без доли кулинарной правды. Переворачивать картофельный блинок, думаю, действительно будет сложно, причем вне зависимости от того, как именно составлена его рецептура. Рёшти готовят из сырого и сваренного в мундире картофеля, а в качестве добавок чего только не используют. К примеру, в Базеле рёшти любят с большим количеством лука, в Тичино с беконом и розмарином, а в Аппенцеле с пастой, рожками и местным пряным сыром Аппенцеллер. К слову, сырная тема и нас сегодня привлекла. Прославленных швейцарских сыров мы, правда, решили не касаться, что доступно, то и в дело, но результат, обратите внимание, тоже радует и убеждает. Румяное картофельное блюдо. Рёшти. Рёшти с сосисками. Натереть сыр, соединить с тертым сырым картофелем и зеленью. Соль, перец по вкусу. Тем временем на сковороде разогреть растительное масло и чуть-чуть сливочного. Уменьшить огонь до среднего. Выложить картофельно-сырную массу блинчиком, плотно прижимая лопаткой, но не мешая. Когда поджарится нижняя часть, аккуратно прикрыть тарелкой, перевернуть, стряхнуть блинчик снова на сковородку, не обжаренной стороной вниз. Подавать рёшти теплым. С сосисками молочными торговой марки «Пермский мясокомбинат». Вот как раз о подаче, то есть о сосисках, еще несколько слов. Сосиски молочные торговой марки «Пермский мясокомбинат» вырабатываются строго по ГОСТу. В их состав входят говядина первого сорта и нежирная свинина с добавлением натуральных специй и ингредиентов. Особый узнаваемый вкус придают сосискам натуральное молоко и мускатный орех. «Пермский мясокомбинат» для своих старается. Всего вам самого вкусного и до свидания. С вами была Жанна Соловьева. Пока.